В истории нашей Родины даты, величие которых и сегодня объединяет страну. 9 мая – День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это день радости и торжества, день бессмертной славы и светлой памяти героев. И сколько бы ни прошло десятилетий, в наших сердцах никогда не погаснет свет Победы. Hey!
гордимся нашими героями-земляками. Генерал-полковником, героем Советского Союза Михаилом Шумиловым и легендарным солдатом, кавалером ордена Красной Звезды, награжденным 5 медалями за отвагу, Максимом Захаровым. В летопись истории Великой Победы навсегда вписаны имена 106 наших земляков, героев Советского Союза. Мирным небом свободная Россия, как вечный символ твоего мужества. Солдат – герой, солдат – победитель. Начинается на земле, ветром судьбы листаются. На земле снова люди влюбляются. Пахнет клёнами весна. Только здесь и ветром колышутся. Только здесь сердцу русскому дышится. Только здесь наше лето весь пишется.
Свет победной звезды в сердце жизнь пусть вселяет. Свет победной звезды над Россией в веках пусть сияет. Уважаемые земляки, поздравляем вас с Днем воинской славы России, с праздником Великой Победы!